Всем привет! Я Андрей Щапов, и сегодня у нас разбор полетов. И я, как судья международного конкурса Golden Time Talent, разбираю одну из участниц прямо на атомы. Нет, это, конечно же, шутка. Разбор полетов, пам-пара-пам. Это рубрика, которая появилась у нас недавно. Мы будем просто давать советы нашим участникам, как сделать их конкурсные работы еще лучше. И сегодня у нас мы знакомимся с творчеством прекрасной певицы Евы Акопян. Это начинающая звездочка, это начинающая артистка. У нее большое будущее однозначно. Вот, она прислала нам несколько работ. Видно, что ее команда, ее руководители, ее родители очень много усилий приложили, старались. И ее работы действительно оценены по достоинству. Работы очень достойные. Но сегодня я постараюсь дать пару таких советов, которые позволят стать Еве лучше в следующий раз произвести еще более колоссальное впечатление, чем в этот. Я лично поставил ей 11 баллов за две работы. Молодец. И прямо вот их очень-очень-очень оценил. Она запомнилась мне. Девочка яркая, девочка артистичная, девочка харизматичная и, безусловно, с большим будущим. Если она выберет для себя этот путь, то ее путь приведет ее к большому будущему. Опять-таки, это не критика, это не осуждение, это хорошие и добрые советы. Воспримем это так. Опять-таки, я не являюсь истинной последней инстанцией. Это мой взгляд. Что хотите с этим, то и делайте. Хотите — принимайте, хотите — не принимайте. Итак, одну из первых работ мы сейчас постараемся поставить. Итак. Угу. Сейчас я переключу клип. Ну что ж, вы видите, как профессионально это снято, как профессионально это записано. Молодцы, очень неплохо, очень неплохо. Я бы немножко поменял цветовую гамму, сделал. Она яркая, но чуть-чуть бы вот некоторые моментики. Хотя это дело вкусовщины. В целом очень высокое впечатление производит клип. Записано хорошо, профессионально. Несколько локаций, и студия, и красивый бассейн, и блестяшки, и, ну, просто, ну, 11 баллов клипово. У меня есть вопросы по хуку песни, можно было бы сделать чуть-чуть по-другому, но это, опять-таки, дело вкуса. Дослушаем. Ну что ж, вот такой вот клип у нашей девочки. Клип замечательный, классный. Видно, что он чудесным образом подготовлен. Ну, достойная работа. А сейчас мы посмотрим еще одно выступление. Вот, как я и советовал, очень классно, когда профессиональный клип сопровождается именно живым выступлением, когда судья может оценить и возможность пения вживую артиста, и возможность его студийной работы.
Понятно, что съемка не профессиональная, но шоу-бизнес это такая штука, где мы закладываем потолок. Значит, оператору нужно научиться снимать, это раз. Во-вторых, нужно научиться держать микрофон для того, чтобы он не закрывал лицо, то есть держать его ниже. И нужно поработать над сценическим образом для того, чтобы она не была темненьким пятнышком, а была на сцене светлым пятнышком. Она маленькая и должна быть яркой, она должна сиять. Цветовая гамма должна так быть такая, вот сюда бы подошло светлое. Платье очень красивое, сходить куда-то, ну, на классную дискотеку или в кафе поесть мороженого, понимаете, да? То есть нужно поработать над сценическим образом и над хореографией. То есть она девочка живая, подвижная, мне это видно, она артистична, но порой она не знает, что делать, как двигаться. То есть это заранее все нужно запрограммировать, отрежиссировать. То есть выучите пару простых движений, которыми она может оперировать и которыми она может применять на сцене, чтобы не забыть. Значит, дальше поработайте над хореографией. С голосом, опять-таки, голос. Это очень хорошо, что она поет вживую. Очень хорошо, это очень похвально. Работайте. Дыхание по Стрельниковой. Стрельниковская разминка дыхательная. Это самый лучший путь к хорошему голосу. Давайте ей слушать больше качественной зарубежной музыки. Потому что ребенок подражает и своим родителям, и тому, что его окружает, то, что он видит. Не давайте слушать ему совковую попсу, скажем так, да, не поющую, давно ушедшую куда-то в прошлые века. Она должна развиваться, и она должна слышать и видеть для себя потолок той мелизматики владения голосом на мировом уровне. Поэтому она должна слушать и воспринимать фирму, как говорят музыканты, фирменную, классную, зарубежную эстраду. Сейчас очень много молодых исполнительниц, которые имеют классную манеру исполнения, пения и так далее. Мы сейчас посмотрим еще фрагмент еще одного клипа. И это такой, это клип на эту же песню, ну просто видео тоже от... достойно внимания. Поехали. Мне мама говорит, что ноты нужно знать, что певицей классно стать. Мне папа говорит, учи уроки, дочка, а в голове звучит любимая песня строчка. Я музыку включу, я петь хочу. Клип классный, мне нравится, тоже прекрасная локация, природа и так далее, и так далее. Ну, раз чудесно. Браво снимающим, все хорошо, лошадки, природа, замечательно. Ну, больше динамики можно в этом клипе. Опять-таки, клип можно сделать тематическим. То есть нотную тетрадь, она же немножечко шуточная эта песня, можно немножечко сценарий проработать лучше. Ну, ребята, совершенству нет предела, поэтому, ребята, расти, вам удачи, вам всех благ, с наступающим Новым годом, и я думаю... У девочки все получится. Ищите репертуар хороший. Песни должны быть хитовые, классные, профессионально сделанные, в ногу со временем сделанные. Вот. И тогда у вашей девочки все будет замечательно. Сотрудничайте с профессионалами. Ищите хорошего преподавателя по вокалу, хореографа. Вот. Ищите композиторов. Ищите интересные песни. Я думаю, у вас все будет хорошо. Желаю вам успеха. С вами был я, Андрей Щапов. До новых встреч. Пока-пока.